вегетарианец, это вообще, по мне, это конченые люди, но я не буду распространяться. Достаточно просто предположить, что должны делать вегетарианцы в пост. Да, я всегда над этим думал, что если пост это очищение, если пост это преодоление себя, если это пост, что такое, знаешь, не диета, как говорит церковь, да, что делать вегетарианцам в пост? Жрать мясо, преодолевать себя, да. Жрать мясо. Наступать на горло себе. И прочие другие удовольствия не от еды. Ну что, кабачки. Кабачки. На самом деле я лично достаточно хорошо отношусь к вегетарианцам, но надо уважать. Я же повар, я должен лежать под клиентом и не рыпаться, понимаешь? Ну да, да. Вегетарианец, ну я тебя уважаю, хорошо. Я всегда спрашиваю в компании, будут ли вегетарианцы, чтобы им что-то сделать такое, чтобы они могли есть. Ну, они же не виноваты, что они вегетарианцы. Да. Они имеют право, господи. Отгородить отдельный угол они стола, имеют чтобы право они есть свои травки там. Не смущали. Да. Кабачки. Сейчас я покажу кабачки тебе. Ну, кабачки это вообще такая песня непонятная. Если из огурцов можно хотя бы воду добывать, вот в моем разумении, из кабачков, кроме ваты, добыть ничего нельзя. У меня кабачки всегда начинаются со сладкого перца. Мы сейчас их замаринуем с тобой не на зиму, а просто чтобы съесть через пару часов. Вкусная закусь. Потому что вегетарианство надо рассматривать как хорошую закусь. Хотя бы, да, да. Если не жрешь мясо, хоть водку пей. Хотя бы, да. Перец. Вегетарианцы пьют водку? Конечно. Так она же растительная. Конечно. А, ты же пьешь водку, ты же вегетарианец. Да, ты жрешь водку, а не пьешь. Как люди разделывают перец? Разделывают? Я бы разрезал. Вот так разрезал бы. Так. Вдоль. Потом? А потом? А что там внутри? Перец почистить. Бабы все говорят, надо почистить перец. А зачем? Как чистят перец бабы? Я знаю тайну. Я смотрел где-то там по телевизору. Кладут куда-то его там. А, его ошпаривают кипятком. Да. Не? Смотри, не я точно. Ставлю сковородку, да? Ага. Кладу кожу, потому что мне надо кожу сжечь. Так. Кожей кладу. Сжигаем кожу. На сковородку. Сухая сковородка, видишь, ничего нет. Пару семечек осталось, фигня. Беру кастрюлю, хорошую тяжелую кастрюлю. Ага. Наливаю в него вода. Ты следи за водой, чтобы не переполнилась кастрюля. Полная или сколько? Что-то сделай на кухне. Да. Ну так, чтобы 3/4. Сантиметра два. А. Вот так. Смотрите, как ровно стоит, а? Ну, у меня падает. Всегда ровно стоит. Когда я мясо поем, у меня всегда ровно стоит. У вегетарианцев не стоит. Ровно. Вегетарианцы. Как-то криво стоит все время. Вот. Это беда вегетарианства, между прочим. Но я это уважаю. У них криво висит. Стоит. Ну, криво стоит. Вот значит, так. Смотри, перец у меня запекается. Это дополнительный вкус к кабачкам. Кабачок главный герой сегодня. Я тебе напоминаю, чтобы ты не запутался. Теперь я кабачок нарежу сейчас достаточно толсто. Вот такими кружками. Еще один. На пятаки рубит. И вторая сковородка у меня для того, чтобы я сейчас подпалил. Немножко. Это ребристую достал. Кабачок, да, ребристую достал. Посмотри, какой достал пошел. Ребристую. Видишь, сгорает кожа, посмотри. Горит. Это уже крематорием сейчас пахнет. Так в крематории всегда пахнет. А вот цукини, есть цукини, есть кабачки. Чем это они отличаются? Что за прикол? В нашей стране просто модно употреблять очень такие иностранные слова. У нас в стране в русском языке много иностранных слов. Компот, диван, студент, факультет. Например, есть такая фраза, где все иностранные слова. Я студент технологического факультета. Кроме я, русских слов здесь нет. Да? Так вот, цукини это просто по-итальянски, собственно, кабачок. У нас в сознании зеленый это цукини, а вот такой бледный это кабачок. Ну, можно говорить и так, но нахрен говорить цукини, если есть кабачок. Разные виды, наверное. То есть одно и то же. Прекрасно зазвучит. Одной. Пойдем в кабачок, правда? Да. Ну, давай посмотрим с тобой. Так. Черное. Еще мало. Видишь, черное. Мне площади совсем... не хватает. А. Еще чуть-чуть. Она совсем сгореть должна? Она должна, ну, да, сильно сгореть, а потом остатки кожицы мы очистим. Значит, вот у меня сейчас здесь подпекается кабачок. Он не будет сгорать, я просто хочу, чтобы он чуть-чуть прогрелся, тогда он быстрее промаринуется. А на сильном огне, нет?
Да, у меня стоят максимум сейчас, mm-hmm. что там, что там. Мне кажется, надо гасить газ, потому что сейчас соседи придут, горелым вонять уже. Да не придут. Соседи придут, потому что им будет вкусно сейчас вонять. Конечно. Соседи не успеют подобрать? Соседи нет. Нет. Тут все, вытяжка работает. Чеснок, мне нужен очищенный чеснок. Пока у меня тут, видишь. Все само идет. Да, да, все работает без меня. А чеснок куда швырять? Сейчас увидишь, куда швырять. Мы же должны делать вкусно. Понимаешь, в чем дело? Вегетарианство, оно очень пресное. Овощи пресное. Крупы пресные, которые... Да, есть. Поэтому надо давать специи, вкусы, чтобы вкусно было. Вот смотри, индусы. Они же многие вегетарианцы, правда? Там очень много вегетарианцев. Да. Эти Хари Кришна, Хари Рама. Да. Я там люблю Абрама, там все эти дела. Да. Йоги там эти все непонятные. Да. Они же тощие все, вот такие. Мясо не жрут. Да. У них, не потому, что они вегетарианцы, потому что у них мяса ни хрена нету просто. Бедная страна. Да. Так вот, сколько у них специй, сколько у них вкусов в вегетарианстве. Там действительно разные вкусы, потому что эту еду есть неприятно пресную, а когда они сдабривают специями, там все, что кардамон, гвоздика, карри, да хрен знает. Это не много. Понимаешь, что ешь. Это очень вкусно. Вегетарианская еда должна быть выражена. Поэтому я даю вкусы. Чеснок у меня сейчас будет. Ну пока. Так. О, видишь, это уже да. Вот это то, в клеточку уже. Вот это то, что мне надо. Смотри. Не забрызгай там камеру-то. Потом тебе новую покупать. Он камеру не забрызгает, потому что здесь нет масла. Я на сухую это делаю. Да соком забрызгает. Он сок, у нас... сок тоже не идет. Мастер. Забрызгивай. Попорчи оборудование. Дорогостоящее. А, это то, что надо сейчас. Так. Я чесночок сейчас. Появились горелые квадратики. Комментируй. Вот так вот. Это это черный перец у меня. Я его сейчас тоже дробить надо его. Раздроблю, он свежедробленный, очень вкусный. Ну вот это, видишь, мощная сторона ножа, плоская. Сразу аромат, все. Перец пошел. Немножко вот этого жгучки. Жгучки тоже. Ну конечно, жгучка. Так кабачок, пошла. Кто его есть будет так. Ну, собственно, все из листика. Я могу кабачок чуть-чуть присолить в сковородке. Он немного будет провоцировать чуть-чуть. Сок. Но это нормальная история. Теперь посмотрим на перец. Видишь, он какой плоский стал. Стал потому плоский. Он готовится. Становится, вот это то, что мне надо. Черным анама совсем стал. Вот этот еще немного надо. Да, и из него потекло. Помучить. Пустил сок. Ну, смотри. Че, зачем такой черный? Видишь? Как пинцетик. Я могу ложку взять. А, все слезает. Так слезает, возьми, тебя так обожгись, тебя тоже все слезает. А мы вообще зачем кожуру-то с нее снимать-то? Можно так ведь, наверное. Липнет к небу. Кожура неудобно, чтобы человек. Она прилипает к небу, ты потом не можешь никак. И ты целый день языком ходишь вот это вот. Ты потом уже ничего там, в рот не по небу взять. Там, да, вообще. Поэтому лучше такую кожицу снимать. А если надо что-то взять в рот, например, вечером, да? А у тебя там прилипла шкурка к небу. Например, мы не о нас говорим. Нас ведь женщины тоже смотрят. Правильно? Ты пришла вечером, а у тебя шкурка. Я не понимаю вообще, о чем ты говоришь сейчас. Да. Мы со свадьбы с деревенской. Все, это где-то, видишь, шкурка по краям, она немного остается, это уже не беда. Это уже не столько шкурки, сколько... Это не прилипнет. Да. Маленькая площадь. Ну я ее сейчас, видишь, ты все-таки немного... Снимаю ложкой. Да, просто ложкой. Есть. Звонок на перемену прозвучал. Пригорелым таким, хоть это очень приятно. А не надо вот это все там абсолютно чисто, да, вот убирать, конечно, вот эту горелку, конечно, там, чтобы нормально. Осталась она и ладно. Вот кабачки, посмотри, какие красавцы. Они готовы.
Они как вафли стали, кабачки. Теперь, смотри, перцы я сейчас... Смотри, банка. Банка, да. Хвощ какой-то. Базилик. А, ну да. Можно теоретически немного укропа. Укроп. Теоретически. В банку, прям горячий. А банка-то не лопнет? Нет. Слой кабачков. Слой. Ага. Слой такого перца. Немного жгучки. Вот чуть-чуть чеснока с черным перцем. Чесночучки. Да? Ага. Понюхай, как всегда пахнет в целом. Зашибись. Понюхай. Все, 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 хватит. Так, да? Все, и теперь посмотри. Дальше работа идет. Опять слой кабачки. Это не обязательно в банке делать, можно просто в кастрюлечке делать. Ага. Потому что это не домашняя, не зимняя заготовка. Она через пару часов уже будет готова. Ну, в банке слои красиво выглядят, конечно. Все видно. Опять базилик. Не обманывай никого. Чуть-чуть. Укропа. Перчик. Перчик. Чеснок. Чеснок, перец там. С перцем. Как это называется? Будешь смеяться. Называется маринованный кабачок. Может, название какое-то придумать? Да. Мы сейчас не клетчатый, в том состоянии. Клетчатый кабак. Но он не клетчатый. Вафельный. Сухиня в клеточку. Может быть, да. Не знаю, дело не в... Это придумайте уже вы, ребята. Идите к черту. Я здесь готовлю. Кабачок в ромбик. Вот так можно. Кабачок, можно идите к черту. Вот кабачок в ромбик. Кабачок в. Так. Жгучка. И вот остатки чеснока как раз. Перец. Посмотри, какие слои, а? Очень красиво, очень красиво. Ну, теперь что? Теперь я возьму маленький мисочек. Это оливковое масло. Можно взять можно растительное масло? Угу. Не важно. Угу. Это уксус. Угу. Это винный уксус, благородный уксус. У него 6% концентрация, не 9%. Да. Разболтаю и немного воды хочу, угу. Чистой воды. Я могу даже добавить из чайника, она не дико горячая. Кабачки все равно горячие. А в чайнике всегда должен быть кипяток? Да, в чайнике всегда должен. Пар быть. Должен всегда идти из носика. Вот, это правило. Сейчас из нос, пар. Из носика чайника. Всегда. И уксус. Весь. Так. Капельку сахарку теперь. И маринад. Маринад получается. Еще и красивый, кроме всего прочего. Это как бы соус? Это заливка, маринад. И пошло все в банках. Все пошло в банках. Красота. Почти до самого верха. Но не покрыто, да? Нет, ничего, нет, что не закрыто. Нет, посмотри. Есть можно? Вот. Сразу? Нет. Надо есть через пару часов. Еще лучше это будет на следующий день. Хочешь выпить с корешами? Сегодня сделаешь. Жди до завтра. Вот так. И сделай это, и уже завтра будешь есть. Вот посмотри, когда залита. Да. Вот какие слоения получились. Да, 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 да. Надо обязательно в стеклянной банке делать, конечно. Вот, собственно. В кастрюле будет не так. Ну, красота. Хочешь вегетарианское блюдо, свари себе риса, жбан, чтобы ты, сука, наелся. Да. И с этими кабачками. Чтобы рис распух у тебя. А если ты нормальный человек, а не вегетарианец, тогда возьми водочки налей себе. Черного хлебушка кусочек. С утреца. И закуси вот таким кабачочком. Спасибо, шеф. Куда ты тянешь? Пальцы-то свои.